Вы не знаете, что такое Рейни. Раньше в монетах было. А монетах было. Вот это и все, понимаете, тут можно заканчивать. Археологи что нашли в Киеве? Гривня, это слиток. Есть вот такой, есть прямой. А рубль – это кусок вот этого слитка. Монета называлась «Серебряник». Тамга хазарская, как вы говорите. Вы в курсе, что печатка Святослава, который разбил хазар, то есть своих противников, исконных врагов, у него печатка была двозуб сначала. Двозуб? Да, двозуб. Владимир официально утверждает свой, значит, трезубец, как родовой знак. Уже это где утверждение его? После Святослава. Ну, он чеканит, вот он показывает. Это у нас Владимир на столе, он тут сидит. Это уже второй там образец его средника. Первый был из тем, что у него рядом был трезуб. Потом этот трезуб смещается на реверс монеты и становится, значит, вот таким родовым знаком.